из обычной новостройки в произведение искусства. Дом номер 13 по улице Юго-Западной расписывает художник Александр Волков. На торце многоэтажки уже красуется композиция в свежих синих тонах с желтыми акцентами. Ранее Александр рисовал на домах этого микрорайона. Два здания уже радуют взоры местных жителей. Все три дома объединяет одна идея. Каждый из них иллюстрирует определенную страну. На доме Италия изображен Давид Микеланджело, а на германском доме профиль красивой женщины, собирательного образа кинодив 20 века. Сейчас в процессе создания находится Швеция. Золотые короны с герба соседствуют с горными и лесными пейзажами. Есть место и сказки. Мимо высоких гор пролетает дракон цвета аквамарина. Все образы венчает шведское слово «лагом». Это один из стереотипов, описывающих национальный характер. Это слово часто рассматривается как непереводимая эмблема шведскости. Равновесие, умеренность, подходящий и в самый раз. Это самые распространенные переводы. Но если в двух словах, то это жизнь без излишеств. Да, то есть не показывать какие-то предметы роскоши излишние, да, выпирать. То есть жить ровно настолько, сколько нужно для комфорта. Да, то есть такая золотая середина. Предложение по тому или иному дому Александр получает от компании-застройщика. Для того, чтобы иметь право работать в люльке на высоте, он окончил обучающие курсы в одном из техникумов. Несмотря на то, что Александр полностью погружен в работу, реакцию прохожих он замечает. Каждый из них видит в урбанистической картине что-то свое. Буквально уже когда спускался и закончил работу, среди краски обнаружил шоколадку с маленькой запиской. Спасибо, что делаете красоту. Это было очень мило и приятно. Я, ну, прям очень расчувствовался. Александр начал работать над этим домом 31 августа. Осталось пару штрихов, и уже на этой неделе произведение будет готово. Виктория Чиркова, Сергей Кутаков. Управда ТВ.